нам ни хотелось, эпидемия не отступает. Более того, в Украине ситуация с каждым днем только усугубляется. Одесса уже находится в оранжевой зоне. Врачи работают в режиме нон-стоп. Медперсонала не хватает. Обращаясь к одесситам, уровень заболеваемости напрямую зависит от сознательности каждого. Это касается ношения маски в общественных местах и особенно в транспорте. Соблюдайте социальную дистанцию во всех общественных местах. Все заведения общественного питания призываю усилить противоэпидемические меры. Развлекательным заведениям, ресторанам запрещена работа в ночное время. Запрещена работа дискотекам и ночным клубам. Спортивные залы, фитнес-центры должны отменить групповые занятия, принимать посетителей из расчета 1 человек на 10 квадратных метров. То же самое касается музеев и библиотек, торгово-развлекательных центров и заведений бытового обслуживания. Культурно-массовые мероприятия проводятся с участием не более 220 человек, 1 человек на 10 квадратных метров площади здания. Запрещена работа всех заведений размещения, кроме гостиниц. Я также обращаюсь к правоохранительным органам. Ситуация, при которой одним субъектом предпринимательской деятельности можно все, а других показательно штрафуют, недопустима. Это еще хуже, чем полное отсутствие ограничительных мер. Для всех должны быть абсолютно равные условия и правила. В противном случае мы получим разобщенность, непонимание и недоверие, и как следствие ухудшение эпидситуации. Уважаемые одесситы, давайте не подвергать опасности свое здоровье и жизнь своих родных и близких. Жизнь врачей, медперсонала, которые каждый день находятся на передовой. Будьте здоровы и берегите себя. Вместе мы обязательно справимся.